27 июня 2024 года Международный дипломатический клуб «Amicability» в партнерстве с Международным фондом развития русской культуры Еленой Крафт-Павловой провели смысловой арт-эвент «Искусство и традиционные ценности. Идеология культурного сотрудничества Альянса БРИКС». На событии, помимо общения с послами разных государств, артистами, певцами, художниками, бизнесменами, также был представлен специальный арт-проект «Colors of BRICS» Елены Крафт и Международного дипломатического клуба «Amicability». Я приглашаю на эту сцену Александра Станько, потому что Александр Станько принимал участие в нашем форуме БРИКС в Братской Чеченской Республике. И благодаря ему здесь вот у нас Геннадий Мичев, он тоже несколько слов скажет, я его приглашу. Благодаря Александру Станько вот этот, знаете, дух задорного такого вдохновения, вовлеченности, я бы сказал, в процессы модные, такие актуальные сегодня. Команда Путина. Сегодня мы все понимаем, что мы в условиях цивилизационного вызова, когда этот конфликт, о котором как раз сказал Махатма Шифрин Прайожин, конфликт Запада и цивилизации достиг такой степени драматизма, что мы отстаиваем свои рубежи, свое право на существование, право на духовную идентичность, на то, чтобы быть традиционной цивилизацией, самостоятельной, независимой, суверенной. И мне очень приятно, что именно Александр Станько посещает вот театр боевых действий, где идет сейчас реально горячая война в горячей фазе и поддерживает наших бойцов. Несколько слов, Александр, тебе. И потом мы приступим к награждению. Прошу. Да, действительно, сейчас мир переживает непростые времена, но существуют те моменты, те точки соприкосновения, в которых нам можно объединиться, в том числе с теми странами, с которыми сейчас у нас есть конфликты. Более того, с некоторыми странами идет открытая война. Но культурные ценности, культурные моменты, в том числе, которые вот благодаря Сергею мы видим и наблюдаем, активные, да, пассивные стихотворения, поэзия, она везде одинакова. Пушкин, о котором мы сегодня слышали, он звучит во всем мире также одинаково. Русское слово, оно сильное. И по организации таких мероприятий, не только в России, но и по всему миру, где будут слышать Пушкина, русского человека, русскую позицию, мы, конечно же, сможем дойти свою информацию и объединиться с теми людьми, которые разделяют те же ценности, которые разделяем и мы. Те ценности, соответственно, которые нам чужды, мы их сторонимся, обходим стороной, и они нас, конечно же, не объединяют. Тут мир сейчас делится на свой-чужой, но, я же говорю, есть моменты, которые нам дают повод и возможность объединиться и жить мирно, дружно, развиваться и пополнять друг другу, пополнять историю и культуру разных стран. Спасибо. Огромное спасибо. Ну и поскольку, да, сертификат, который мы должны были вручить Грозному Чеченской Республике, не был донесен, я хотел бы представить Чеченской Республике, уважаемый Саид, вот вместе с вами вручить этот сертификат нашему Александру. Пожалуйста, выходите сюда, и мы будем очень рады, тем более, что, пожалуйста. Подходите к Александру, вручаем вот этот почетный сертификат вам, который свидетельствует о том, что вы поддерживаете традиционные ценности, что вам близка эта идеология. Несколько слов, пожалуйста. Хоть и запоздало, но герой, награда нашла героя. Так что поздравляю вас. Вручаю вам сертификат.